магазин Walmart. У них здесь секция для сада, огорода. И вот я гляжу, какие строительные материалы для декорации. Сколько вот они, наверное. Одна палетка доллар стоит. 60-68. Глиняная вот такая вот, чтобы выкладывать площадки перед домом. Вот это 4,48 подороже стоит. Разных несколько. Здесь же есть такие кирпичики, чтобы стенки выкладывать. Бордюры. Такие вот. Земля, ну все подряд здесь есть. И растения в том числе. Интересное. Чтобы выкладывать стенку. Доллар 53 по штуку. Что это у нас здесь? Белая щебенка. Засыпать тоже. Это малч называется. Пакет, наверное, такой. А, нет, это мелкие эти камушки мелкие тоже. Засыпать вместо газона вот так вот. Чтобы не поливать, делают. А с этой стороны у них здесь всевозможные растения сажают. Можно саженцы купить, короче. Можжевельничек. Побольше, покрупнее, елочки. Сирень в кустах. С кустиками маленькими растет. По 6 с чем-то вот такой один кустик сирени. А вот это вот барбарис. Я обожаю барбарис. Он и красиво цветет, и еще с него и ягоды. Тут у нас что? Какой-то другой кустарник по 20 долларов почти. Это местные кустарники, которые здесь хорошо растут. Залия в горшках. Красивый куст, но он плохо растет в юте, в натуральной почве. Имеется в виду, если так вот его посадить. Так как она любит кислую среду, а здесь почва щелочная. Щелочная этот куст. Тоже такие классные кустики. Ветер задул. Почему так розочки они продают, а там саженцы можно купить. Почти 30 долларов за саженец. 6,87 какой-то вид, разновидность сирени в этом горшке. Их, наверное, можно и в крупные горшки пересадить, либо уже высадить, как положено. Красота. Это вот здесь только одна секция, а там вот еще большая секция есть другая. Всевозможной земли. Вот такой один пакетик стоит 4, почти 5 долларов. Это что у нас там? Ну, она такая хорошая, с мхом и стружка из кокоса. Куриное удобрение 10 долларов. И в общем вот выбор всевозможной земли. А вот это вот в больших упаковках, это здесь малч называется, это стружка, которую украшают, делают вместо газона, засыпают землю, чтобы не нужно было поливать так много, но смотрится красиво, на разных цветов. Такой большой пакет 4 доллара, там по 2 доллара, почти 2 доллара, вот такой один большой красный. Стружки очень красивые тоже. Еще большая секция с цветами всевозможными, многолетниками, однолетниками. Можно все высаживать сразу в корзинках, либо в землю. Ну, вот эти удобно подвешиваешь на крючок. Сразу в горшочках продают. Как она, герань, наверное. Это не 11 долларов такой горшок. Тут же земля. 5 долларов такой пакет для цветов. 20 долларов горшок. Незабудки. Всякие мелкие цветочки. Что-то можно высаживать самим. 2 доллара. Это, пожалуйста, органическая земля тоже. 3 доллара. Красные эти штуки, чтобы
косить газон. $1000 практически. Это еще дороже. Ну, это знак там сломан. Еще циферка должна быть. И вот такой еще дороже. Какие классные. На машинку садишься на него и поехал. 6 скоростей. Это она штука, это внизу там сами лезвия. $1398. Неплохо. Такая штука. У них целая секция, там еще цвета. Они сами по себе растут, в общем-то. Здесь только синие, а так они разных цветов бывают. Мои любимые цветы садовые. Вот они 5,47. Каких только здесь нет. Эти все тоже растут. Многолетники. Ты их покупаешь горшочками. Ну, в общем-то, не дешево. Конечно, подрасти получше. 3,38 за горшочек за один. Не дешево, конечно. Но тоже можно. Это тут уже пошли саженцы. Все всевозможные эти, как их, тыквы, перчик пошел. $2 за $5. $2 саженца за $5. Помидорки. Клубника, базилик. Это целая еще секция внутри с цветами всевозможными. И вот они идут годовые. И до этого там были еще многолетники всевозможные. Ну вот эти вот их пересаживать каждый год, считай, нужно будет. Засаживать вот эти многолетники. В принципе, цветы, конечно, не дешевое удовольствие. Но если их посадить, те, которые растут каждый год, вернее, они так из года в год растут, скажем так, то тогда, конечно, получается дешевле. Вот оно с фиолетовой перениалось. Это значит, они будут сами по себе расти. Это не 5,47 за горшок. 6,57 за такой горшок. Но они очень красивые, конечно, цветочки. Вот эти тоже классные. Эхинацея. Тоже. Пожалуйста. Целая секция. Помидоры, огурцы, саженцы. Цена видно тоже. Это все за горшок имеется в виду цена. Вот 2 за 5, пожалуйста, покупай перчик. Сажай дома. То есть для желающих. Вот они очень в хорошем состоянии. Здоровенькие. Только в магазине Walmart. А их таких много разных магазинов, которые сейчас предлагают всевозможные культуры такие. Садовые. Вот так.